Привет, пацаны. И снова мы на плацу, и снова мы возле вертолета. Сейчас будем смотреть, что открывает ключ РБ-ПКПМ. Это третья меченка на локации. Локация резерв. И пойдем мы через черную пешку, так будет ближе. Спускаемся в подвал сразу. И пробегаем вперед. Ходим еще чуток налево. Здесь включается свет, если кто не знает. Вот этим вот рубильником, но я уже включил, чтобы светлее было по локации перемещаться. Заходим в эту дверь. И вот та самая меченка, которая нам нужна. Открываем ее. Ну, значит, наблюдаем, что лежит. Лежит два коня, телевизоры. Вот такая вот комната. Всем спасибо за внимание. Счастливо, пацаны.